Начало селу положили два брата. По одной информации Фоминых, по другой Фоминский. Если фамилия вызывает разногласия, то имена история знает точно. Тимофей и Степан. Именно они 290 лет назад обратились к властям Бекатунской крепости с просьбой поселиться около ее стен. Разрешение было дано. С этого дня село Фоминское начало свой отсчет. С 90-х годов прошлого века оно часть Бийска. Поэтому первым с днем рождения поздравил сельчан-бичан глава администрации Николай Нонко. Здесь живут настоящие люди. Люди-труженики. Село живет. И нет никаких сомнений, что оно будет жить. Здоровья, счастья, удачи вам. Долгих-долгих лет жизни селу Фоминскому и его жителям. С праздником вас, дорогие! Сегодня село Фоминское – это 490 дворов. Люди здесь живут дружные и веселые. Об этом говорит тот факт, что праздник отмечают всем селом. Не стал исключением и юбилейный день рождения. Многие селяне заверили – ни за что не променяют свою малую родину на город. Сейчас предлагают в город переехать? Нет, нет, только здесь. Любите только здесь. Село. Очень люблю село, люблю жителей, люблю всех, люблю. Все очень хорошие, доброжелательные. Поэтому другого не знаю, не чувствую. Это родина, от нее никуда не деться. В день села чествовали семьи, которые прожили в браке несколько десятков лет. Принимали поздравления и молодые семьи, в которых в этом году пополнение. На сцене любимые творческие коллективы. Песни близкие и понятные всем. Ирина Дубицкая, Андрей Огрызков, новости ОТН.